Всем привет! Меня зовут Евгения Головачева, и я являюсь организатором образовательной школы ID Partners компании Skinny Body Care. И в этом видеоуроке я хотела бы поделиться с вами, как привязать свою бизнес-страницу к личному профилю, как сделать так, чтобы личный профиль продвигал частично вашу бизнес-страницу. Как сделать так, чтобы вот в этом вот окошечке появилась ваша страничка. Для этого вам нужно перейти в раздел «Информация» на вашем личном профиле. И здесь в графе «Добавить место работы» нажимаем на него. И вот в этом месте, где «Карьера», нажимаем еще раз. И здесь мы пишем название вашей бизнес-страницы. Прям слово в слово. Точка, если у вас стоит где-то точка, вы ставите точку. Если у вас стоит тире, вы ставите тире. В общем, у вас должно название страницы прям все слово в слово. У меня называется моя страница также Евгения Головачева. Мы ее ищем. Вот она уже вышла. Мы нажимаем на нее. Кем работаете? Там описание, вы можете это ничего здесь не заполнять. То есть я работаю здесь сейчас, то есть период времени. Можете добавить год, когда была создана страничка, то есть и по настоящее время. И нажимаете «Сохранить изменения». Здесь вы можете указать того человека, кто еще работает на вашей страничке. Но так как у меня я работаю на ней одна, у меня я пропускаю этот шаг отмена. Теперь переходим мы обратно в хронику и смотрите, что у нас выходит. Наша страничка. Друзья, когда заходят на вашу страничку, они видят в графе «Работает». Вот Евгения Головачева, наводя сюда курсор, то есть появляется моя бизнес-страничка. Здесь можно сразу же нажать кнопку «Нравится», то есть стать подписчиком, посмотреть видеоролики, то есть те предложения, которые у меня здесь есть, либо ее сохранить к себе, сохранить ее к себе. Вот так вот ненавязчиво, но вы можете продвигать свою бизнес-страничку в своем личном профиле. Всем спасибо за внимание. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Давайте дружить с вами в социальных сетях Facebook, ВКонтакте. Всем пока, до встречи в новых видео.